Уйди отсюда, Маркус! Маркус! Ладно, все, я, короче, мчусь, просто даже не пытаюсь тебя выносить. Ты задрал! Видал просто это! О! Снова здорово, братишки, я поехал все-таки. Все. Это вообще же такая была, блин, у меня просто тупо черный экран был. Понятно, прям перед самым этим чеком. Марус, какое-то мясо. Так, все, ладно. Кстати. А я уже, кстати, первый. Я пролагал, и я первый. Просто, понимаете, начало видео, конечно, возможно, запор это для вас, братишки. Но я пролагал, и я все равно еду первый. Я, блин, 5 минут тупо залипал. А что у нас всего лишь 5 в гонке, что за бред? А что, все вылетели, что ли? У нас было 10, лол. Это просто... Идеально. Если я на первом месте, то это обозначает, что все будет лагать, все вылетят, все будет по жопе, но потому что именно... пуст. Аккуратненько. Ой, Майкл. Воу, здорово. Здорово. Да блин, задрал это стопорилка или как это шняга называется, круглая, блин. О, здорово. Оп. Опа! Словил. Да ладно, я проехал. Ладно, давай, есть. Что ты видишь, буксуешь? Ты видишь, какой у меня четкий кар, у тебя такого нету даже. Ну, у меня есть такой, не прокатит. Уи, блин, я не могу, блин. Вы че не можете пройти? Я говорю, я вылетел, у меня все повисло просто, я прохожу просто. На первом месте. Это легкий очень элемент. Я не знаю, почему не могу пройти. О, все, наконец. И постоянно вот эта красная шняга, блин. Я вижу, красная шняга постоянно передо мной, блин, мне прям в лицо. О, в этот раз пролетел нормально. Так, слушай, слева или справа? Я слева, хотя я слева. Слева, убери. Да я справа уже взял. Ой, блин. Я тебе говорю, убери слева. А что бы слева было, кстати? Никто не знает. Не знаю. Аккуратненько. А если там еще хуже было, блин. Ой, иди отсюда, Маркус! Маркус! Нормально, спасибо, что подравнял. Понятно, нормальным пацаком. Ну, вообще, в принципе, я на изи. Я на первом месте, и никто не может этот момент пройти, короче. Просто все стоят. Я еду. Из-за тебя я встал, блин. Я мог пройти. Мог. Ты взял посреди дороги и лег там, блин. Ой, блин. О! Здорово! Уходи отсюда! Нет, я не мог развернуться, реально, я посередине прям встал. Тебе надо было просто скидываться в воду. Да я просто подождал, ты проехал, меня развернул. Да я не мог стопнуться, у меня там буст был, блин. Давай, лицом к лицу. Лицом к лицу. Все, хорошо, я забыл. Лицом к лицу. Потом не прости, а почати, братишки. Он сам, братишки, он сам сказал лицом к лицу, он кинул вызов. Вызов был принят. Все. Не проси, я пощади подожди. Хорошо, я запомнил. Ладно, все, я, короче, мчусь, просто даже не пытаюсь тебя выносить. Ты задрал! Видал просто это! Вот это просто тайминг, понял, да, как надо проходить четко. Я просто по-братски тебе такой, проходи, Дейзи, бля. Это я вот это кто это был? Это кто был? Маркус, да? Да. Да ладно, ты же выжил. Я знал, что ты выжил. Хорошо. Братишка, вообще без боя. О, я на полицейской. А, давай. А ты чё? А, ну да. Нормально. Братишка, понимаешь, я сейчас просто остановлю, и я тебе сейчас скажу. О, ты меня остановишь? Да. Ты в курсе, что ты скорую не можешь остановить? Даже если ты полицейский. Ну, имею право полное. Ты нет. Да, я имею полное право. Если какое-то правонарушение, я имею полнейшее право. А я с мигалками. Какая разница? Ты можешь просто, блин, использовать... О, их не подожди! Я думал, я тебя сейчас снесу. Конечно, братишка, я тебя сейчас сам снесу, понял? Да, блин, какая-то стеночка пустая, блин, 5 человек всего. Опа, слушай, тут фура, прикинь, на полицейскую тачку напала и скинула меня. Габелла. Да.
да. Ну, я сейчас буду, типа, ничего не делать. Что, ты будешь мстить? Я ничего не буду делать. Я только хотел сказать, что ты не сделаешь. Ну, братишка, я еду, здорово, это полиция. Да, блин, а почему меня так подкидывают криво, я не понимаю, просто. Ты видел? Он просто, братишки, видели? Он просто на попа встал, и он просто такой, типа, пытался быкануть, а потом понял, что не вывозит этот. Братишка, ты свой базар не вывозит. Так, что у нас дальше? Да боже, ну я не могу прыгнуть нормально. Тут ты, блин, руинишь, что еще что-то, я туда криво падаю, блин. А он говорил, пустая стеночка, 5 человек. Неинтересно. Шла 6-я минута. Давай, Дейзи. Ну, пакетики моим сейчас полетишь просто. Остановиться быстренько. Нет. Услышал я тебя не бибикал. И... Блин, ну конечно криво, да? Ну да. Ну ты чё, а? Ну блин, тут же вроде... О, дампы едут. Кто-то дампы взял. Дампы? О-о-о. Это просто... О. Тут дампы две синие и красные. И они просто встали посередине. Да, серьезно? Да, вот, ты... просто капец. Эти... На полицейские они разойдутся. Чё, еще раз? Я на полицейской, они разойдутся. Разойдутся? Поверь. Я тебе, конечно, верю. Разве мог... Давай посмотрим, как он пройдет. И... Ты чё? Этот человек проходил 3-часовые скилл-тесты. Ты с нами? Нет, 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 я просто молчу. А. Он меня байтит, блин. Я думал, у меня опять все залагало. Все, по скиллу. Ой, дампа! Чё, по скиллу? Я проехал. Ложки, ложки! Ты, кстати, четвертый. Ехал. Ты, кстати, четвертый. А из... Ну, из пяти нормально. Ну, это с как бы... С какой нормальная тачка? Мне кто-то может сказать, блин? Я правда... Я на дампе. Гениально. Круто. А вы мне сейчас вообще не дадите втроем пройти? Я их понимаю. Ну, не дайте, не дам пройти просто. Вывезешь? Уверен. Да, за свой базар братишка вывезу. Я вообще то есть будет, говорю, то есть, ой, то есть, то есть будет так. Я не пройду, но ты на дампе пройдешь. Да. Именно. Окей, ладно. Вызов да сделал. Дампа вызов упала. О, это ты, да? Нет. Ну, здорово, Маркус. Пацан, на видео. А ну все, там мои братишки сейчас тебя словят. Не, никто не словит. Я просто да. Объеду еды и все. Да, 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 да. Они тебя уже видишь, едут на тебя. Нет, я давай, просто. Давай, до свидания. Нет. О! Вот собака сутула, реально меня скинул. Я же говорю, я сказал. А я сейчас на тебя буду ехать. Просто на таран брать. Давай. Я на дампе, мне без разницы. Не, в смысле, я тебя снесу, если типа. Я нормально влечу все. Ну ты скорее всего сейчас просто подо мной будешь. Я же говорил, ты подо мной. Так, слушай, ну. Дампу. И вот как эти пацаны дампу не могут пройти, я с первого раза прошел. Я, кстати, да. Прошел вообще спокойно на лимузине еще только что. С какой? Ой, да конечно, просто перелетел все, как. Нет, я проехал. Нет! Зачем а я взял этот джек? Тут нормально этот тачка. Да любой бей. Да я уже взял, блин. Что взял? Постоянно тачка дается. Блин. Так, какая? А ну-ка. Ты и... что взял-то? Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Слушай, на меня дампа едет, я его объехал. Оп, вторая дампа, тоже объехал. Так, все, я не знаю, я взял вообще какой-то, не знаю, фургончик, я не знаю, я первый раз его вообще вижу. Это рампо ты взял. Именно, фургон. Ушел что просто. Что ты же? Я видел просто этот полет, блядь, Валькирии. Пацаны, такую же тачку, как у меня все. Ну чё, братишки, вы меня там скидывали, да, говорите? Ты мне не брат. Так, и
Ой, да меня бесит эта игра просто. Здорово. Да, жил, стоит. А, боже, Маркус. Я просто встал. Я просто встал. Я просто встал и стою. Ну чё, ну чё, кто дальше-то? Я вам реальную стенку на стенку покажу. Только против этой стенки вы сегодня не вывезете. Еще один, пошел. Уходи, уходи отсюда, дядя, уходи! Ушел. А вы все равно не проедете, как я понимаю, да? Так, все. Короче, я с вами поигрался. Вы уже какие-то ватные, скучные. Я поехал. Нет. Да. Я сейчас спокойно займу первое. Я сегодня занимаю первое место. Нормально. Слушай, подожди, а я... Стой, зачем я вообще использую так жесткое ускорение? Я не знаю, я спокойно приезжаю. Вы что вообще не можете пройти? Ноунейм. Ты ноунейм, понял? Я, да, есть такой. Понял. Понял меня? А, у нас одинаковые цвета еще, смотри-ка, ничего себе. А, ну да, ты же в моей банде. Нет. Ребят, вступайте в мою банду, Дейзи Офишер. Ой, я еду, слушай. Я еду по красоте, все, я прохожу. С какой стороны нормальная тачка, подскажешь? Если я выключу, надеюсь. Хотя бы раз возьму нормальную тачку, я его спрошу. Что бы сказать сейчас? О, ну я бы ТР взял, я не понимаю, блин, что я за тачки беру. Хотя... А я остался на дороге. Да ну, я как? Остался. Да. Как? Всё. Ты всё. У меня прям в воздухе повис. До свидания. Вот что я скажу. Читор. Ты читер. Читер. Братан, это называется скилл. Не знаю, просто с какого момента скилл начали называть... Читерсон, просто не понимаю. Вот еще одного чела вынес. Давай! Давай, 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 давай. Ладно, ладно, я понял. Беттер я не вывожу. Да, ты Беттер вообще нифига не вывозишь. Кстати, я что хочу сказать, ты, конечно, тут крут, но есть одно но. У меня уже финиш. Серьезно? Подождешь? Конечно. Ну подожди, дядь. Я в 40 еду, офигеть. Справа или слева взять, я не знаю. Блин, я уже устал. Хотя, может, и нормальные тачки беру, я просто не знаю, с другой стороны какие. Так. Ну, вообще, о, ты маленькая. Ну, слушай, на маленькая будет неплохая. А ты на каком чекпоинте, скажи-ка мне? 26-й, а ты? 34. А, ну, если у тебя финиш, логично. Слушай, что, там чел пишет, что я ребенок, или ты, или кому он вообще пишет? Я не знаю. Ой-ой-ой! О, фу, так. Я прилетел! Что, я прилетел? Так, слева или справа взять, слушай? Оп. Так, о, рампа, 20 здорово, минут. Мы четвером проходили 20 минут просто. 20 оп. Минут мы проходили четвером. А, тут финиш оказывается уже. Давай, да. Заезжай. Ты заехал уже, да? Так я тебя оставил, да. А, красавчик, все. Красава, спасибо. Все, изи. Изи, фига. Ну а на этом, ребята, все. Если вам понравился данный ролик с Дейзи, то обязательно подписывайтесь на мой канал и на его канал. Ссылочка будет в описании. Поставьте лайк. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Пока-пока, ребята.